Всем привет, мои дорогие друзья! С вами я, Денис. И у нас сегодня, как вы уже догадались по названию, очередная самоделка снова на тему Великая Отечественная война. Я эту самоделку назвал «Нападение на немецкие баррикады». Тут видно, солдаты советской армии нападают на вот такие баррикады немцев. Тут еще видно баррикадки. К этому перейдем попозже. А начнем обзор именно со стороны советских солдат. Тут, как я уже сказал, нападают советские солдаты. Видно, они несут вот такой простреленный флаг, который я вам уже показывал. Видно, даже некоторые уже стреляют по этим немцам. Видно, тут валяются камушки. Дорожка идет, по которой бежит генерал и солдаты. У меня, как всегда, отвалился кустик. Так. Вот тут видно, растет кустик, травка. На другой части валяется камушек и лежит труп советского солдата. Возле него лежит каска его и револьвер. А вот тут на заднем фоне, видно, стоят два разрушенных дома. От одного почти ничего не осталось, кроме стены. А другой, более-менее целый, на первом этаже даже можно жить. Видно только второй этаж, раздолбанный, нету крыши. Ну, потолок на первом этаже и пол на втором этаже есть. Значит, сейчас я вам покажу, что у нас находится на первом этаже. У меня, как всегда, отвалилось что-то. Ай, господи! Опа. Внутри этого здания видно, есть окно, которое вы могли уже давно заметить снаружи. Есть также возле него деревянный стул. Бежит советский лейтенант с пистолетом, и возле него стоит рация. Так. Я винтовку в руки. У этого есть. И кирпичики. На втором этаже, как я уже говорил, стена полностью развалена. Стоит солдат с винтовкой и в шапке-ушанке. И стоит еще один солдат. Он со снайперской винтовкой, как и этот. И он целится, наверное, на этого немца с винтовкой. Сейчас я эту самоделку поверну, и мы увидим вот такую небольшую сценку. Видно, также окно в этой стене осталось. Есть мешки с песком, за которыми лежит немецкий пулеметчик, и также стоит солдат в пилотке и с винтовкой. И тут видно, бежит немецкий генерал, он с немецким пистолетом, и сзади него бежит немец в такой черной одежде с револьвером. С рацией. Встань нормально. Так, господи, ноги поменять надо. Ну, а сегодня я показала вам вот такую самоделку, как всегда, на тему Великая Отечественная война. Если эта самоделка вам понравилась, то обязательно жмите лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик. Ну, всем спасибо за просмотр и всем пока. С вами был я, Денис, всем пока.